Изменения в законодательстве, вступившие в силу в этом месяце, коснутся нескольких сфер жизни россиян. С августа пенсии работающих пенсионеров повысят. При этом на надбавку могут рассчитывать только те из них, кто получает белую зарплату. Делается это в беззаявительном порядке. Размер указанного увеличения рассчитывается, исходя из количества пенсионных баллов, заработанных конкретным человеком за предыдущий год. С этого месяца начнут действовать ипотечные каникулы. Они позволяют людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, приостановить на полгода выплату жилищного кредита. На это время банковские проценты не будут облагаться налогом на доходы физлиц. Начнет действовать механизм добровольного страхования жилплощади. Органы государственной власти регионов теперь наделены правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба. Предполагается, что перечень страховых рисков каждый регион будет устанавливать самостоятельно. За попытки помешать медикам оказать помощь больному наконец-то будут привлекать к ответственности. Согласно документам, любое нападение или причинение вреда медработнику будет рассматриваться сквозь призму его основной деятельности – оказания помощи пациенту. В зависимости от тяжести предусмотрено и наказание – от штрафа до тюремного заключения. Кроме этого, будет упрощена регистрация автомобиля, ужесточат наказание за подделку документов.